Юбилейный 10-й год жильцы этого дома по улице 4-я Курьяновская борются с протечками крыши. Регулярно пишут письма в управляющую компанию и как на работу ходят в администрацию. А толку нет. Переписка копится, всех обещаний и не упомнить. Наталья Токарева живет в муниципальной квартире. Казалось бы, ремонтом должна заниматься мэрия. На деле все иначе. Мы хотим покрыть крышу, чтобы у нас не было промочек, чтобы мы не боялись жить в квартире, как говорится. Потому что на чердак невозможно залезть, можно провалиться. Вы сами видите, одни проточки, одни уже трещины пошли. По стенам течет вода. Ведь это может замкнуть, это может быть пожар. Потому что вся проводка находится в стене. Мы даже не увидим ни искры, ничего где-то. Вот наружу видно она, допустим, будет, а если нас дома не будет? Жильцы шутят, на дворе 21 век, время компьютерных технологий и интернета. А они по-прежнему затягивают мебель и полы клеенкой, чтобы не намокли. С потолков сыпется штукатурка, обои отклеиваются. На счету дома, отвечают в управляющей компании, 8 тысяч рублей. Жителям, если надоело жить с кружевной крышей, нужно скинуться на многомиллионный ремонт. Ну вот пенсионер, ну что с нас здесь пенсионер? Да, ну я могу, ну сколько? Ну тысячу, ну две, допустим. А жить-то как? Ну выделю я. С потолка в подъезде обвалился крупный кусок штукатурки. Чудо, рассказывают жители, что никого не убило. Каждый раз жильцы по лестничному пролету пробегают, опасаются за свое здоровье. В каждой квартире с общей бедой борются по-своему, но залатать дом не получается все равно. Красил стены, потому что они тут в ужасном состоянии были. Пол кое-где подмазали, где-то что-то подштукатурили, подшпаклевали. Крышу над своей квартирой там. С края немного поменял железо, фасад немного заштукатурил. Ну а сколько средств хватает? Там, ну, дыры, голова пролезет в некоторых местах. Особенно это, где примыкание к трубам идет, к вытяжкам, вот там вот. Свой дом жители называют «жилье из каменного века». Здесь печное отопление, нет никаких удобств. Даже канализация не предусмотрена, ее заменяют в грибные ямы. Но жителям ничего не нужно, лишь бы крыша над головой не протекала. У нас постоянная просто переписка. Мы пишем заявление, нам приходят отписки и все. Буквально нам ничего не сделали. Посмотрите, весь фундамент разрушенный, ямы все сливные разрушились, крыша дырявая. В последнем ответе из администрации было сказано, ремонт крыши проведут до 1 декабря 2013 года. Специалисты на место еще не выходили. Жители уже и не надеются. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.